Мастер Левченко. Мастер Левченко. Защищайтесь! А вы напрасно такой позитивный, мастер Левченко. В интернете написали, что вы лжец, мастер Левченко. Да? Кто? Кто-кто? Неважно кто, в соцсетях написали. О, боже мой, где мои сундуки? Мне нужно успокоить. В соцсетях написали, что вы каждый свой разбор техники репетируете по полчаса, а иногда даже по 5 часов. И не способны ничего разобрать без инструкции в интернете. Что скажете? Вы зря не верите. Белый дом верит соцсетям, Госдеп верит соцсетям, а вы не верите? Нет, мастер Левченко, так легко вы не отделаетесь. Это вам не Боинг. Но у нас есть предложение для вас, мастер Левченко. Вы хотите меня реабилитировать? Реабилитировать. Сначала мы вас люстрируем, потом немножко отлапидарим, а потом реабилитируем. Так вот, мастер Левченко, держите. О, что это? Это супер новый планшет. Переверните его, мастер Левченко, а то даже как-то неудобно. Это супер планшет iAcer Switch 10 на Windows 8 и на платформе Intel Atom. И если вы заметили, мастер Левченко, хватит с ним обниматься. Я понимаю, что он прекрасен, но все-таки женщины лучше, согласитесь. Обратите внимание, он запечатан. И что вы хотите? Я хочу, чтобы прямо сейчас при нас с первого дубля разобрали его до основания. И только тогда вы сможете реабилитироваться и не будете лапидарничать. Воу-воу-воу! Ну хорошо, приступим. Пойдемте. А чтобы мы не смогли вас обмануть, мы включим секундомер. Ну-ка, раз, ну-ка, Сергей, два. Сергей, давайте. Так, давайте. Оп, 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 что тут у нас? Оперточка, раз, ну-ка. Пошел секундомер. Вот так, хорошо. Сейчас мы вскроем ему все, что у него закрыто. Вот так, хорошо. Не жульничайте, мастер Левченко. Покажите мне этого человека, кто я такое написал. Пусть он приедет там в гости. Вы сами к нему поедете, мастер Левченко. Что, я куда-то поехал? Такого попросту не может быть. Ну-ка, так, инструкции. Что это? Куда это? Как разобрать планшет? Нет, это не то. Так. Вы все-таки хотите жульничать, мастер Левченко? Как разобрать планшет номер 2? Опять не то. Черт, нет инструкции, что я буду делать? Наверное, вы провалитесь, мастер Левченко. Ох, боюсь, меня с поличным-то поймали. Не готовился. Как вот он? Видите, соцсети всегда правду говорят, всегда. Всегда. И Твиттер говорит. Твиттер шепчет. Шепчет. Есть еще такая сеть Secret, там про вас вообще страшное написали. Я думаю, коробка нам не потребуется. Больше никогда. Никогда. Вот он, замечательный Acer. Acer. Правильно, Acer. Ага. Так, нам предстоит его вскрыть. Как же это делать? Помните, что таймер-то тикает? Тикает таймер. Вот он, тикает. Уже 30 секунд натикало. Вон он еще. А что это у вас за такой странный инструмент, мастер Левченко? Это профессиональный заменитель ногтей. А что вы сделали со своими ногтями? Я их состриг еще в прошлом ролике. Тоже об Acer. Это правильно. Когда мы говорим не Acer, а Acer, в компании Acer увольняют одного пиарщика, поэтому только Acer. Какой звук-то, а? Ничего не напоминает? Вау! О, боже! И вы это сделали вот прямо сейчас одного дубля, и даже не потребовалась видеоинструкция? Да, зовите мне этого наглеца. Ну-ка, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть огромная батарея. Почти размером с мою ладонь. У вас огромные руки, мастер Левченко. Что правда, то правда. Мне нужен инструмент. Наверное, как обычно, кусачка для ногтей. Именно. Сейчас мы будем медленно и плавномерно срывать наклейки, которые были оставлены мастерами восточных стран. Кузнецов! Счастье компании Acer. Между прочим, уже 3 минуты прошло. Мы по-прежнему разбираем. Ну-ка. Какой-то запал у вас, Сергей, преуменьшился после того, как мы безудержно вскрыли. Ну, вы всего лишь сняли крышку. Снять крышку могу даже я. Да.
Ну хорошо, посмотрим, что... Что вы сейчас дальше делаете? Прокомментируйте, пожалуйста. А то, может быть, вы просто жульничаете, как обычно. В данный момент я занимаюсь тем, что отдираю наклейки. Но поскольку наклейки идут вместе с экраном защитным, мы можем и его снять. О боже, что это? Сейчас мы можем наблюдать центральный процессор. Это вот под этой белой симпатичной штучкой? Да, это термо... А вот вы, наверное, снимете эту прокладку, и больше уже ее не будет, и аппарат не будет после этого работать, правильно? Ну, само собой. У нас-то цель именно в этом, снять прокладку, а не в рабочем планшете. Вот, Сергей, приближайте, приближайте на процессор, усиливайте камеру. Как вы думаете, почему в этот раз они отказались от схемы типа бутерброд? Для чего это сделано? В интернете говорят, что бутерброд очень надежен, и скорее материнская плата сломается, чем нарушится контакт. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что прогресс не стоит на меньше, на месте, во! Прогресс не стоит на меньше. И на меньшее никто не согласен. Поэтому они реализовали здесь обычный, нормальный, человеческий, проверенный временем, а не слухами в социальных сетях, систему установки процессора, а именно напрямую на материнскую плату. Но я бы обратил внимание на контроллер питания, до чего мощная система здесь установлена. Такое дикое количество катушек и дикое количество конденсаторов говорит о том, что он испытывает очень нехилые нагрузки по питанию для того, чтобы обеспечить нормальную производительность и работоспособность. Ну, хватит там заговаривать зубы, мастер Левченко, разбирайте дальше. Так. Вас не смущает количество шлейфов? После сегодняшнего ноутбука совершенно не смущает. Да, мы сегодня разбирали Acer TravelMate P645, и это рекордсмен по количеству шлейфов. Их там, по-моему, даже больше, чем оперативной памяти. Оперативной памяти там, между прочим, 12 гигабайт. И тоже с первого раза? И тоже с первого раза. Правда, собрали со второго, но это отдельная история. Скоро вы прочитаете ее на нашем портале. Аух. Аух? Аух. Аух. Так вот, это аух. Wi-Fi, наверное. Это аух. Аух. Это, наверное, новая версия Wi-Fi. Аух. Следующая после AC. Main и аух. Это как ROM и REMU. Что необычного? Что необычного? Количество наклеек в материнской плате. Вот что необычно. Ух ты, какой интересный. Вот она, система охлаждения. Современный радиатор. А почему она такая помятая, мастер Левченко? Вы, наверное, уже разбирали этот планшет. Заметьте, количество отпечатков, которые находятся здесь на отражающем слое, говорит о том, что не один китаец трогал, а несколько. И да, с грязными руками. Количество отпечатков пальцев реально впечатляет. Наверное, они проверяли надежность, то есть жжет или не жжет. Горячо или нет? Греет или не греет? Ну, как говорится, душа поэта, она на то и душа, чтобы греть. Поэтому творческие люди в компании работают, на заводе. Да, а грубые нетворческие личности не греют, а просто жарят. Так, ну-ка, тут у нас аккумулятор. Что-то так страшно щелкнуло. Наверное, вы что-то сломали, мастер Левченко. Конечно. Мне ничего не остается. Acer строит, мы ломаем. Дай бог им здоровья. И детишек. А что же, аккумулятор держится на защелках? Да. А зачем? Для того, чтобы надежнее держаться в корпусе. Ну и, конечно, он еще укреплен шлейфами, которые нам предстоит еще отодрать, прежде чем снять аккумулятор. Помимо защелок мы еще наблюдаем здесь один винт. Это радует. Оп, 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 али, оп. Вот такой. Сколько миллиампер? Минимальный 5700. Максимальный 5900. А в ватт-часах это сколько? 21,5. Неплохо. Нормально? Я думаю, прокатит. Взлетит. О, мои любимые вибромоторы времен царя Гороха. А для чего они? Для того, чтобы при нажатии на кнопку «Пуск» на лицевом панели у вас раздавался звук. Классно. Вот. Поскольку на этот телефон, я полагаю, позвонить нельзя, вибромотор
здесь исключительно для этой кнопки. Ну и, конечно, для игр, в которых вы пугаетесь что-либо запускать. Хорроры, триллеры и так далее. Платформа Intel Atom очень мощная в этом планшете, поэтому можно даже танчики запускать. Правда, играть нельзя, но запускать уже можно. Ну, здесь нам остается только лишь отсоединить камеру селфи. Мы ее очень любим. А вы любите делать селфи, мастер Левченко? Да, только я настолько суров, что делаю селфи на неподключенную камеру. Как это делает LG G3? Раз. Оп. Теперь этот снимок был отправлен Чаку Норрису. Сейчас он его распечатает и пришлет нам. Продолжаем разговор. Ну, собственно, и все получается, что ли? Да. Так, и сколько времени это заняло? У нас даже iPhone повис. 9 минут 19 секунд. Вот так вот. Мастер Левченко, ну, вы не такой лжец, как говорят в социальных сетях, конечно. И что вы хотите мне сказать этим? Спасибо вам, мастер Левченко. Вы разобрали этот планшет. И теперь он стал еще дороже. Но это еще не все. Мы вернемся после нерекламной паузы. Итак, как видите, планшет собран вновь. И сейчас надо спросить мастера Александра Левченко, а как можно охарактеризовать ремонтопригодность данного аппарата? Ну, охарактеризовать можно очень просто. Например, за счет того, что все разъемы, они никоим образом не герметизированы, можно сразу сказать, что одно попадание планшета в ванную, и планшет можно выбрасывать. А в унитаз? Кстати говоря, про унитаз. Говорят, при попадании любого прибора в унитаз, рука в локте увеличивается на 15 сантиметров. У вас такие большие руки, мастер Левченко. Вот. Если брать технические его данные, то в оригинале экран можно будет поменять, если разобьется стекло только вместе со стеклом, как одной деталью, и средней частью корпуса. Стоить будет очень недешево. Аккумулятор легко съемный, но вот, однако я не помню, чтобы часто приходилось их менять. Что касается разъема зарядки, разъем, ну, достаточно хилипкий, но закреплен отдельно, не установлен на материнскую плату, поэтому в случае возникновения неисправности можно будет его легко поменять. Так, ну а теперь давайте докажем нашим уважаемым зрителям, что вы не только умеете разбирать планшеты и кое-как собирать, но и заставлять их потом работать. Так, сейчас мы закончим это все дело. Защелкнули, оп. Так, о, блокировка, видите пароль. О боже мой, он это не муляж, он и правда работает. Так, ну-ка. О, разрешить. Давайте так, кто-то. А что это за красная стрелка? Найти кнопку пуск. Мы ее можем найти? Очень хорошо. Так, я ее ищу. Я ее нашел. Вот. Ну-ка, вот так вот раз. Смотрите-ка, работает. Черт побери. Прекрасно. Мы не обманываем вас. А теперь, уважаемый мастер Левченко, скажите с высоты своего небесного опыта, вот наверняка у этого аппарата есть какие-то слабые места, которые можно улучшить и расширить. Что бы вы предложили пользователю, который купит этот планшет? В первую очередь, на нем нету камеры. Да. Вот. И я думаю, что самой первой опцией, которую мы можем предложить нашим зрителям, читателям, слушателям, ощущателям, это камера. И я предлагаю ее установить прямо, собственно говоря, на заднюю часть. Поверхностным монтажом, да, очень надежно. Вот у нас есть, существует наноскотч, который позволяет зафиксировать абсолютно любые предметы и подсоединить сразу к процессору. Поскольку это разработка тоже компании Intel, схватывается замечательно, держится изумительно. То есть один раз вы прикрепите и уже снять нельзя. Очень надежно, очень надежно. Поскольку, собственно говоря, это оптическая обманная иллюзия, можно закреплять прямо сквозь объектив. Ничего страшного не будет. То есть это особая нанотехнология, которая позволяет, и все прозрачно, то есть снимается, все 20 мегапикселей остаются доступными. Да? Очень-очень удобное будет движение непосредственно самой камеры с объективом. Очень хорошо. Прям вот замечательно. Бесподобно.
это вот улучшение, оно сказывается, эффект зеркала такого небольшого. И также укрепление экрана происходит. Хром такой, знаете, очень в наше время популярно, это карбон и хром. Вот мы карбон использовали. Так. Можно, в принципе, использовать как этот, как шнурочек. Ну, носить, чтобы, да. Планшет, так сказать, раз и... Прекрасно. Замечательно. Идеально. Вот, также, собственно говоря, он у нас не снабжен функциями связи. Да. Вот, поэтому, как бы, вариант встроить в него 2G достаточно актуален. Как мы это сделаем? Так, у нас есть 1G телефон, у нас есть 2G телефон. Соответственно, вместе у нас появляется здесь достаточно приличный уровень связи. Наноскотч. И никаких проблем с антенной, потому что очень надежная связь. Наноскотч. Дублирующая. От компании Intel. Совершенно потрясающий. Он очень надежный. И как бы в домашнем хозяйстве... Жалоб не было еще ни разу, да? В домашнем хозяйстве просто незаменим. Соответственно, нам нужно взять наш телефон один. Так. Прям вот щедро его надо прикрепить. Очень хорошо. Раз. Первый есть. Да? И второй тоже. Второму оставим чуть-чуть экранчика. Это такой, так сказать, маркетинговый ход. Для того, чтобы компания Siemens чуть-чуть получила известности в наше непростое для нее время. Да, то есть известность после смерти, это на самом деле тоже очень полезно. Вот. Поскольку, собственно говоря, у нас внешне появились некоторые изменения, тем не менее, планшетом еще можно, в принципе, пользоваться. Ну, не без труда, не но... без труда, но, в принципе, возможно. То есть, если человек... то есть просто надо иногда отклеивать скотч и потом приклеивать обратно. Это нетрудно, это удобно. То есть, если человек верит, то, в принципе, вообще не проблема. То есть, видите, вот этот эффект очень классный. Когда вот... аудиосопровождение. Ну, и в завершение, наверное, я думаю, что каждый пользователь Windows, он считает то, что компьютер должен быть защищен. Вот, мы предлагаем совершенно новую версию вот, аппаратной защиты планшета. Вот, совершенно превосходная, апробированная, работает безотказно. После того, как у нас появилась камера и 3G, это очень актуально. Это новая двухуровневая защита. Итак, для того, чтобы, собственно говоря, наш планшет был в сохранности, вот, мы используем новую интеграционную систему, которая позволяет пользоваться им, ну, совершенно, собственно говоря, удобно. Вот, две руки они как бы входят, и наш планшет идеально защищен. То есть, фактически, это тренд, вот, за этим будущее Инстаграм отдыхает. Ну, за сим, собственно говоря, как бы, если он даже влагозащитный. И давайте есть... положим туда еще аппаратную клавиатуру, которая идет, да? В комплекте с этим уникальным планшетом вот. Компании Acer. Вот так вот, да, вот, хорошо. Чтобы можно было набирать, в принципе, подойдет. Обратите внимание, то есть... при попадании влаги все рассеивается и, так сказать, обтекает. Поэтому очень надежно и практично. И всегда есть доступ к клавиатуре, ведь, да, сохраняется. Да, да, то есть да. Можно раз. Набирать номера, то есть помп идеально. 2G, идеально. Это 1G. И экран работает, важно. Обратите внимание. По-прежнему. То есть имеет смысл задуматься о апгрейде сразу после покупки. Приходите в TechTown с своим новым планшетом Acer Switch 10. До новых встреч!